В преддверии нового 2020 года жилой комплекс «Атлант» подарил детям яркий праздник. В субботу 21 декабря в гости к детворе пожаловали главные зимние волшебники. Они водили с малышами хоровод, дарили подарки и хорошее настроение. А как это было, увидите прямо сейчас. Дед Мороз, Снегурочка и символ будущего 2020 года крыса приехали на встречу с детворой на Скрескова 27, корпус 1. Юля пришла на праздник с семьей. Они живут в Атланте чуть больше полугода и за это время уже успели оценить все преимущества комплекса. Плюс у этого комплекса какие? Местоположение центровое фактически, индивидуальное отопление. Это меня всегда привлекало, поэтому мы определились и не побоялись взять даже квартиру торцевую, угловую. Ну, казалось бы, это никаких проблем в случае индивидуального отопления и вентфасада в данном вопросе вообще нет. Но она классная, большая, мы прям наслаждаемся. При возведении комплекса застройщик ставил в приоритет создание комфортной городской среды. Детские площадки, парковка, рядом детские сады и школы. Скоро довольных жильцов в этом ЖК станет еще больше. В новом году начнется строительство 4-й очереди ЖК «Атлант», сообщил застройщик. В новом доме будут представлены квартиры, планировки которых спроектированы с учетом пожеланий современных покупателей. Мы проводили вместе с ними фокус-группы, учли пожелания, подняли потолки повыше, опустили немножко окна и немножко перепроектировали. Все это делалось совместно. Большое количество двухкомнатных квартир разного метража, трехкомнатные квартиры. На лестничной клетке только 4 квартиры. Это тоже удобно. Приобрести квартиру в новом доме хотят родственники и друзья собственников. Рейтинг ожидания новой очереди высокий. Проект полностью финансируется за счет средств Газпромбанка. Дополнительно появляется гарантия. Продажа будет осуществляться через счета эскроу. И наши потенциальные покупатели могут быть абсолютно уверены в сохранности своих средств, потому что эти деньги будут зарезервированы на отдельном счете в банке. И эти деньги застройщик получит только после того, как объект будет сдан и принят. Это на сегодняшний день один из немногих застройщиков «Атлант», который сдает объекты точно в срок, даже несколько раньше. В завершении праздника все маленькие жители получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.